В некоторых телеграм-каналах появилась новость о том, что сейчас в перинатальном центре на энергетиков находится 20 беременных женщин с положительными результатами тестов на коронавирус. Эта информация не соответствует действительности. Как сообщает оперативный штаб, на сегодня в этом медучреждении лечение проходят две женщины с подтвержденным диагнозом. Они уже родили здоровых малышей, медики оказывают им всю необходимую помощь. Еще две беременные пациентки уже выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 11 беременных с COVID-19, то есть на сегодня еще продолжают лечение 7 беременных, они находятся под наблюдением инфекционистов.